А нет, Рекс! Он уже зарядился? А пузырь побольше у вас найдется? Эй, прекращай! Ты можешь кого-нибудь задеть? Ладно, понял. Тебе все равно, как скажешь. Стрелка впереди использовалась, чтобы направить паровоз в шахту. Стрелка! Мы проезжаем змеиную шахту, радуясь, что нашей жизни ничего не угрожает. Ведь соседние пути ведут к обрушившемуся месту над индюшьим утесом. Представляете, какая была бы катастрофа? Вы это слышали? Поезд может разбиться. Ой, кажется, мы выбрали не тот путь. Не лучший момент для импровизации. Особенно учитывая, что в поезде нет машиниста, и нажать на тормоза некому. Даю тебе выбор, человек. Или ты сдашься, или твоя кузина больше не сможет кататься на поездах. Пусти меня, грубиян! Гвен, я столкнул тебя с поезда. Что случилось? Разве я могла бросить тебя с ними? Сдавайся, человек. Я отпущу ее, а тебе понравится быть домашней зверушкой. Я тебе не предмет для торговли. Иначе все будет сложнее. Соглашайся. Ты прав. Отпусти ее. Верный выбор. Бен! Улетаем. Гвен! Открывай портал и прочь отсюда! Ты обещал отпустить ее! Я ее отпустил! Обманщик! Лежи смирно! Эта сеть причиняет боль, когда двигаешься! Все может быть проще! Никогда! Впечатляет! Придется повторить! Что? Всем пассажирам просьба покинуть вагон. Не трогай мою кузину! Ты не стоишь наших усилий, человек! Ты? Так значит, ты алмаз? Нам нужны были деньги! Другие захотят получить от тебя большие! Бен, это мост! Я сейчас! Не успел! Мы должны остановить поезд! Скорей! Как это сделать? Тут нет кнопки «Стоп»! Может, этот рычаг? В лекции о нем говорили? Есть другие идеи! Фух!